расстояние между последовательностями символов. Сейчас мы подбираемся к тому, что, ну, лично мне кажется более интересным, а именно к измерению расстояния между целыми текстами. В принципе, мы можем делать то же самое. Мы можем считать расстояние между текстами так же, как мы измеряли расстояние Левенштейна между словами. Сейчас у нас есть отдельные... Только считать отдельными единицами текста, да, не букву, а слово. Ну, то есть, например, у меня есть, кстати, фраза «У папа была собака» и фраза «У Алевтины Ивановны была кошка». Да, если я хочу измерить расстояние между этими фразами, я делаю следующую вещь. Я говорю, что мне здесь понадобится три редакционные операции. Значит, мне надо понадобится взять слово «папа», заменить на слово «Алевтины», вставить слово «Ивановны», заменить слово «собака» на «кошка». Теперь я уже измеряю расстояние не между символами, не между словами, а между текстами, но принцип строго тот же самый. И вот это, кажется, тоже вполне может работать. Ну, единственная проблема стоит в том, что на самом деле схожие тексты часто бывают устроены не так. То есть вот расстояние Левенштейна, мы с вами говорили, да, что оно хорошо, потому что оно отражает реальные печатки. Да? Вот реальные печатки, они ровно так устроены. Да? Промазал по клавишам, попал в соседнюю, или напечатал лишнюю, или не напечатал. Поэтому здесь, опять-таки, эта мера расстояния отражает некоторую реальность. Помним, да, что мера расстояния вообще призвана отражать какую-то реальность. Вот у нас была мера, которая отражала сложность в игре, у нас была мера, которая отражала, теперь была мера, которая отражала вероятность напечатки, но сходство между текстами так не работает. Да? Похожие тексты не пишутся таким образом, что вы берете какой-то другой текст, добавляете слова из него, вставляете слова, заменяете слова. Похожие тексты, например, если вы пишете, скажем, представьте себе, вы на уроке литературы пишете сочинение про Грибоедова. Да, и ваш друг пишет на уроке литературы сочинение про Грибоедова. А потом вы пишете сочинение, например, про Толстого. И дальше возникает интересный вопрос, оцените, кто ближе, ваше сочинение про Грибоедова к вашему сочинению про Толстого, или ваше сочинение про Грибоедова к сочинению вашего друга про Грибоедова. Да, понятно, что операции типа замены и вставки таких не происходит, когда вы делаете что-то в этом роде, поэтому, когда вы и ваш друг пишете сочинение, поэтому расстояние Левенштейна для текстов вещь, в общем, довольно бессмысленная. А нужно что-то другое. Что-то другое мы сейчас попробуем с вами обсудить. Ну вот, давайте вот я возьму три вот таких вот текста. Папа была собака, он ее любит. Она съела кусок мяса, он ее убил. Это текст номер один. Текст номер два. Я вас любил, Любовь, я быть может, потому что я мою газу не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. И текст номер три. Я больше люблю собак, чем кошек, но у меня нет собаки, потому что мне не хватает денег, чтобы кормить ее мясом. Вопрос. Какие из этих текстов кажутся вам, какая пара текстов кажется вам самой похожей? Ну, кажется, что первые и третьи. Да? Кажется, что первые и третьи разумно было бы найти такую меру, которая объявит их наиболее похожими. Состояние Левенштейна в этом смысле довольно бесполезно. Оно, во-первых, опирается на абсолютную длину текста, во-вторых, понимаем, что описывается это как замены, вставки, добавления слов довольно странно. Поэтому, измеряя расстояние между текстами, обычно делают другую вещь. А именно, измеряют расстояние между частотами словарями этих текстов. Вот, это может быть важно для разных вещей. Ну, например, если мы хотим задаться вопросом, на что больше похоже на какие-нибудь жанры. Да? Английский любовный роман. И больше похоже на научную фантастику или на приключенческий роман. На поэзию Мандельштама больше похоже на поэзию Блока, Ахматова или Гумилева. И так далее. С таких вопросов можно задавать много, и на них можно ответить по частотному словарю. Ну вот, я буду говорить про близость текста, в принципе, можно с тем же успехом говорить про близость корпусов текста. Корпусами текстов я называю заранее определенные объединения текстов, которые отобраны по некоторым чинам. Например, все тексты Гумилева собраны в корпус Гумилева. Несколько британских чеченских романов там образуют корпус, например, британских. Ну и так далее. Вот наша задача сейчас научиться отвечать на такие вопросы. Сейчас научиться отвечать на вопросы. На что больше похож текст или корпус текстов X, на текст или корпус текстов Y, Z, на что-нибудь еще. Ну, зачем это нужно? Вообще говоря,
есть несколько важных сходных задач компьютерной лингвистики, но все-таки других. Во-первых, это задача информационного поиска, во-вторых, это задача детекции плагиата. Но они различаются. Смотрите, такой информационный поиск. Вы вводите в Яндекс запрос, он вам находит сайт, который ближе всего соответствует вашему запросу. Но здесь разница с тем, что вы собираетесь сейчас делать, состоит в том, что запрос и тексты, которые выдает Яндекс, да, запросы, сайт, страница, они несопоставимы, потому что запросы обычно очень короткие, а сайты содержат много текстов на странице. Задача детекции плагиата тоже немножко другая. Почему? Потому что у нас имеется имеется злая воля противника. Это довольно важная, интересная проблема. Да, то есть мы с вами не будем сейчас заниматься вопросами сходства и расстояния между такими текстами, которые где-то сходство пытается кто-то от нас скрыть. То есть мы будем заниматься текстами, которые с нами не борются. Да, плагиаторы — это как раз такие люди, которые ясно берут чужой текст и пытаются каким-то образом скрыть тот факт, что он похож на чужой текст. Да, это могут какие-то механические исправления, что-то такое, но вот с этим мы с вами сейчас разбираться не будем. Мы будем разбираться с текстами, которые не сопротивляются тому, чтобы мы их исследовали, и будем пытаться понять, что можно с этим сделать. Ну вот, сравниваем, будем повторять частотные списки слов по нашим корпусам. Или по нашим средствам. Что такое частотный список? Очень просто. Мы берем все слова, которые есть в тексте, и вычисляем, сколько раз они встречаются, получаем вот такой вот результат. Да, вот первый текст в нашем персонаже трех, то она встретилась 3 раза, слово «он» встретилась 2 раза. Я их сразу привожу в начальную форму, хотя этого можно было бы не делать, да, мы могли бы просто под словом понимать строку символов в тексте. Но ясно, что для содержательной интерпретации начальная форма, наверное, лучше. И это не так сложно сделать автоматически, с довольно хорошим уровнем качества, поэтому я себе позволил эту операцию произвести. Вот мы взяли слова «он», «она», «он», «быть», «высок», «любить» и так далее, сортировали наши корпуса по убыванию, наши тексты, сортировали наши частотные списки по убыванию частотности отдельных слов. И у нас получилось, что первый текст, второй текст, третий текст описаны вот таким образом. Да? Мы в соответствии поставили вот такие вот частотные списки. Дальше нам нужно научиться каким-то образом их сравнивать. Какие могут быть идеи, что можно сделать, чтобы их пытаться сравнивать. Давайте. Вычесть что? Сократить похожие слова. Ага, да. Ну, то есть разница будет тем самым измеряться. Мы можем, например, убрать похожие слова или убрать одинаковые слова вообще, тогда потеряем информацию о частотности. Или мы можем, как предлагает коллега, вычесть частоты. Вычесть те частоты слов, которые одинаковые. Вычесть меньшую частоту. Один список из другого, вычитая частоты соответствующих слов из одного списка из частот соответствующих слов в другом списке, тогда мы получим какую-то меру. Значит, мы получим какой-то унифицированный список, который покажет нам, насколько близки эти разводки. Как мы назовем второй, третий список, да, вычитаем из. Давайте вычитаем из второго списка третий. Вычитаем вы. Здесь 4 раза, здесь сколько раз? 0. Значит, получается, вы 4, нет. Давайте вычитаем, что получится. 3, я вычитаю, что получается. -1, да, 2, -3. Ну и так далее. Да? Получаем такой вот список, в котором упомянуты все слова, которые есть и в одном, и в другом списке. Ну, здесь, правда, надо сделать маленькую оговорку. Хорошо было бы эти списки немножко модифицировать. А именно, хорошо было бы их немножечко нормировать. Почему важно нормировать? Смотрите, потому что вот здесь у меня 14 слов, здесь 21 слово, здесь 26 слов. Это вообще говоря, плохо, что я вычитаю разные длины. Я вычитаю, что слов в списках разные длины. В текстах разные длины. Поэтому вот это обычно в корпусной лингвистике решается нормированием к
единице на миллион. Это приводятся слова к тому, сколько раз они встретились, если бы длина текста была равна миллиону слов. Вот я не буду здесь приводить к миллиону, я приведу в более привычные единицы, приведу в процент. Да, то есть фактически процент — это единица на сотню. Да, то есть, сколько, чему были бы равны у нас длины, если бы количество вхождений, если бы у нас было 100 слов текста соответствующего искусства. Ну вот у меня здесь некоторые проблемы с округлением, я про них знаю, но для простоты можно сказать, что слово «она» в первом тексте встречается 21 раз на сотню, слово «он» 14 раз на сотню, слово «вы» во втором тексте встречается 15 раз на сотню, ну и так далее. И теперь вот эти вот списки мы с вами уже можем сравнивать. Да? Мы можем построить, более того, единый список, в котором все слова представлены уже с частотами в хождениях на миллион. Все слова, которые есть в этих текстах, в хождениях на 100, извините, которые есть в этих текстах, тогда у нас получится такая вот так унифицированная таблица, потому что важно, что мы приведем ее к тому, чтобы было одинаковое количество строк у всех трех списков. И вот у нас имеется список корпуса 1, текста 1, список корпуса 2, список корпуса 3. Теперь мы задачу сравнения текстов свели, на самом деле, уже к такой чисто математической задаче. Да, мы свели ее к задаче сравнения рядов чисел. У нас имеется ряд из каких-то там чисел, да, например, примерно 40, кажется, которые соответствуют корпусу номер 1. 0, 7, 0, 0, 0, 0, 7, 7, что-то там. Корпус 2 соответствует ряд 4, 4, 15, 0, 4, 4. Корпус 3 соответствует ряд 5, 0, 0, 5 и так далее. И вот теперь мы можем задаться вопросом, как нам сравнивать такие ряды чисел. Вот эти ряды чисел в компьютерной лингвистике обычно принято называть словом «вектор». То есть в каждом тексте ставится соответствие вектор частотности его слов. Вот, в втором тексте поставлено соответствие вектор 4, 4, 15, 0, 4, 0, и так далее, вплоть до 0, 8. И вот наша задача состоит в том, чтобы научиться измерять расстояние между такими вот векторами чисел.